Девочки, здравствуйте. В большинстве швейных машин есть в комплектации вот такая лапка. Именно она помогает выполнить потайную строчку. Ее прямое назначение, да, это подшивание низа изделия. Но при помощи именно вот этой лапки можно выполнить отделочную строчку на 0,1, 0,2, 0,3 от края. Вот пристегиваем эту лапку и используем центральное положение иглы. При помощи винтика, который здесь вот находится на этой лапке, мы можем перемещать, смещать этот ограничитель в правую сторону или в левую. Я его немножко сдвинула в правую сторону и хочу вот сейчас вам показать, какая будет отстрочка от края. Увеличу немножко длину стежка. Просто неопытным девчонкам, швеям, мастерицам, кто только что начинает свой швейный путь, не всегда получается у них сделать именно эту отстрочку. Очень удобно использовать этот ограничитель. Ткань подается четко и не смещается. Ну, к примеру, хватит, да? Давайте посмотрим, что получилось. Смотрите, четко 0,1 от края. Не имея опыта, так, конечно, не выполнишь строчку. А вот этот винтик мы на себя прокручиваем и можем сделать еще шире отстрочку от края. Давайте попробуем. Вот на всю я откручу и посмотрим, насколько теперь возможна эта отстрочка при центральном положении иглы. Вот, видите, 0,1, 0,2, 0,3 миллиметра от края будет. Для того, чтобы сделать шире отстрочку, вам требуется просто, сейчас у всех современных машин есть центральное положение иглы, а есть смещение в левую сторону. Мы просто переключаем на смещение, вот иголочка у нас сдвинулась, и теперь, используя эту лапку, мы можем уже сделать строчку намного шире. Видите уже, как далеко от края идет. И, собственно говоря, уже. Вот таким способом можно сделать различную отстрочку различной ширины от края. Всем спасибо. Шейте с удовольствием.